Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за цверк-шнауцером. Самая маленькая служебная собака в мире – цверк-шнауцер – восхищает своим высоким интеллектом и невероятной преданностью своему хозяину. Представители породы нередко становятся прекрасными компаньонами для активных людей. Конечно, при условии, что последние знают главные нюансы их содержания, на что необходимо обращать особое внимание при содержании представителей породы. Давайте подробнее рассмотрим основные особенности ухода за цверк-шнауцером. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных, у нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика, тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Цверк-шнауцеры – очень активные собаки. Они нуждаются в ежедневных длительных прогулках. Специалисты рекомендуют гулять с цверк-шнауцером 2-3 раза в день и обязательно добавлять в каждый выгул элементы дрессировки. Воспитывать и учить командам представителей породы важно с самого детства. При этом нельзя забывать о регулярных тренировках и когда цверк-шнауцер достигнет взрослого возраста. Без постоянных умственных и физических нагрузок эти собаки становятся неуправляемыми и упрямыми. Густой и жесткой шерсти цверк-шнауцера необходимо уделять особое внимание. Расчесывать собаку нужно минимум 2 раза в неделю, а вот купать следует по мере загрязнения. С самого детства рекомендуется приучать представителей породы к мытью бороды. Она часто пачкается у этих собак после прогулок и приема пищи. Раз в 2-3 месяца цверк-шнауцера обязательно нужно водить на триминг. При содержании цверк-шнауцера особое внимание важно уделять ушам питомца. Осматривать и чистить их нужно 2 раза в неделю. Из-за особого строения уши цверк-шнауцеров подвержены отитам. Также, пока ваш цверк-шнауцер пребывает в щенячьем возрасте, вам необходимо будет решить, хотите вы купировать ему уши или нет. Цверк-шнауцеры обладают хорошим аппетитом и при несбалансированном и ненормированном питании могут быть склонны к ожирению. Взрослых представителей породы необходимо кормить 2 раза в день. Если говорить о натуральном корме, то лучше всего для основы рациона цверк-шнауцера подойдут крупы, нежирное мясо, яйца и рыба. Очень важно составлять рацион представителя породы вместе со специалистом. Цверк-шнауцер – порода собак, которая может иметь аллергию на разные группы продуктов. Таковы основные особенности ухода за цверк-шнауцером – собакой, за миниатюрной внешностью которой скрывается сильный характер. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!